Аузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмана рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим принести всем свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламуллах алейха. В связи с этим трауром мы ведем серию передач, посвященных этой теме. И для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого ходжата Ислама аль-Муслимин, шейх Курбана. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассаламу рахматуллах. Уважаемый шейх Курбан, на прошлых передачах мы обсуждали аят, благое толкование аяту Нур, где Фатима Захра алейха является Нуром Аллаха на земле, и вы давали объяснение этому аяту. И как я понимаю, все эти передачи были связаны именно вокруг этого аята, вокруг одной темы. Вот последние наши передачи были посвящены сеидам, потомкам Фатимы, которые вносят огромный вклад в развитие и распространение истины. Мы видим, что на верхушках истины обычно бывают именно потомки Фатимы, это их потенциал. Именно через кровь этот потенциал передается, что они могут этот свет распространять на земле. Хотелось бы продолжить. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насрин, ва муин. Ассалату ассаламу аля сайид аль-амбияи валь-мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин. ولعنة الدائمة ولا أدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей. Да, совершенно, как совершенно точно вы напомнили, мы говорили о роли потомков Фатимы, саламу Аллаху алейха, которые также являются потомками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и относятся к его светлости, посланнику Аллаха. Несмотря на то, что они являются потомками от его дочери, а не от его сына. Несмотря на это, мы увидели, что в преданиях, мы увидели, что и важнее преданий, потому что кто-то может сказать, нет, вот что-то там, несмотря на то, что предания были достоверны, но кто-то может сказать, все-таки это предание. Ну, предположим такого человека. Но и поэтому важнее всего то, что это подтверждается также и Кораном, суры, священной суры Каутар, изобилие. Мы ранее затрагивали одну тему, но в силу того, что изначально руководством канала было объявлено, что будет 10 передач, мы немножко коротко коснулись этого вопроса, то есть опять-таки мы будем говорить о толковании этого аята из суры Нур. Мы будем говорить о толковании его светлости имам Садыга, алейхиссалату вассалам, который говорит, что в священном Коране, когда Всевышний говорит «Мэсэль нурихи ке мишкатун фиха мисбах», имам Садыга, алейхиссалату вассалам, говорит, здесь под мишкатом подразумевается, в этом аяте подразумевается ее светлость Фатима, это Захра, саламуллах алейха, под мишкатом. Мы опять-таки будем говорить о толковании этих слов его светлости имам Садыга, алейхиссалату вассалам. Но мы ранее касались этого объяснения, этого толкования, этого значения, касались, но очень коротко, в силу того, что изначально полагалось, что будет меньше передач, но позже было объявлено, что будет больше, в два раза больше передач, и поэтому мы вернемся к этой теме, конечно, немножко с альтернативной точки зрения посмотрим, чтобы было определенное разнообразие на этот вопрос. Немножко с другой точки зрения посмотрим на один и тот же вопрос, который мы, в принципе, уже разъясняли. И это опять-таки, я повторяюсь, это опять-таки толкование этой суры, толкование этого аята суры Нур. Ну, то есть все передачи посвящены именно этому аяту. То есть вокруг этого аята будет все связано с этим аятом. Дополнение и так далее. Да, потому что если мы возьмем толкование его светлости имама Садыга, алейхиссалату вассалам, как за достоверное, и опять-таки это очень важно, да, то есть это методология понимания священного Корана, что непорочный в лице его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, или в лице его преемника, халифа, имама, который играет ту же самую роль для мусульман, что и посланник Аллаха. Ну, то есть это даже обусловлено тем, что он является его халифом, является его наместником. Играет ту же самую роль, кроме какой роли? Пророчество. Пророчество, посланничество, всю ту же самую роль. А это значит, что туда входит толкование, разъяснение
и практическое воплощение и так далее и тому подобное. То, что делал его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, помимо того, что доносил до людей религию Бога и откровение Бога. И если мы возьмем как достоверное толкование его светлость имам Садыга, алейхиссалату вассалям, который является одним из этих халифов, и как следует из этого, является истинным толкователем священного Корана, слова которого не могут быть подвергнуты сомнению. И также учтем то, что это то значение, которое нельзя однозначно утверждать, полагаясь на какие-то обычные средства, например, на понимание арабского языка, на знание грамматики арабского языка и так далее и тому подобное, полагаясь на эти средства, мы не можем этот смысл вывести оттуда. И здесь или мы должны быть сами духовно возвышенными людьми, чтобы Бог открыл нам эти глубинные смыслы священного Корана, или же должны для понимания глубинных смыслов обратиться к мнению непорочному, как в данном случае к имаму Садыгу алейхиссалату вассалям. Так вот, отвечая на ваш вопрос по поводу того, что все эти передачи посвящены этому вопросу, мы говорим о ее светлости Фатима Туз-Захра, саламуллах алейха. Если мы возьмем это толкование и это понимание этого аята священной суры Нур, и будем убеждены и убедимся в том, что Фатима Туз-Захра, саламуллах алейха, является тем самым мишкатом, о котором говорит, то есть примером Фатима Туз-Захра, саламуллах алейха, является мишкат, точнее будет так сказать, примером ее светлости является мишкат, то это говорит о невероятной роли и значимости ее светлости Фатима Туз-Захра, саламуллах алейха, в сохранении ислама, в сохранении единобожия, в сохранении света Бога. Аллах нуру самавати валь ард. Масалю нурихи ке мишкатун фиха мисбах. Бог является светом небес и земли, и пример его света подобен мишкату, в котором имеется мисбах, и так далее. Это невероятная значимость ее светлости, наряду со множеством других вещей, о которых мы говорили отчасти в этих сериях передач, говорили в других передачах и так далее. Есть и множество других текстов, священных текстов, подтверждающих невероятное положение ее светлости Фатима Туз-Захра, саламуллах алейха. Поэтому это обусловлено, то, что мы так долго говорим и объясняем, это обусловлено том, что это невероятная роль. Обратите внимание, очень часто бывает так, что человек с чем-то ознакомиться, с каким-то священным текстом, это у нас, у верующих, которые читают священный Коран, которые знакомятся с сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Ну, очень и очень часто такое происходит, что мы, да, читаем и даже не сомневаемся в том, что это правда, но в силу того, что мы не понимаем на самом деле, о чем идет речь, каким образом на подсознательном уровне это становится для нас немножко чем-то сродни легенде. Нечто такое легендарное, нечто, во что трудно поверить. Поэтому очень важно эту невероятную роль ее светлости в этом Туз-Захра, саламуллах алейха, раскрыть. Итак, одним из составляющих учения и даже не то чтобы одним из составляющих учения, а важнейшим из составляющих учения ислама и священного Корана, это, вне всякого сомнения, является единобожие. Вера в единого Бога, поклонение единому Богу. Это невероятно величайшая милость, которая дарована человеку. Учение о единобожии. И здесь в связи с этим мы сталкиваемся с огромным количеством священных текстов. Например, в священном Коране говорится, то есть то, что противопоставляется, то, что является противоположностью единобожия, также описывается. И единобожие описывается, и их свойства, их качества, их следствия, все это описывается. И здесь мы видим, что единобожие, то есть это некая обитель, даже более того, некое убежище, надежное убежище от опасностей,
от подстерегающих творения опасностей, от подстерегающих творения, в частности, человека, угрозах. То есть человек, вне всякого сомнения, согласно учению ислама и священного Корана, нечто угрожает, есть угроза человеку. И единственным, то есть это не преувеличение, совершенно единственным, и без этого средства избежать этих угроз, избежать этого вреда, подстерегающего человека, в обход единобожия просто-напросто невозможно. И многобожие, безбожие, все это является прямым путем к самым невероятным опасностям, угрозам. Это обитель разрухи, как сказано в Священном Коране. Например, в аяте Священного Корана сказано: «Алам тара иля ладина баддалу ни'мат Аллахи куфра, ва ахаллу каумахум дар аль-бавар, джаханнам». Разве ты не видел тех, которые поменяли милость Бога на неверие? «Ва ахаллу каумахум дар аль-бавар». И сделали возможным для своих последователей, для своего народа обитель разрухи. Что это за обитель разрухи? Что это за обитель опасности? То есть это некая обитель, где обитатель находится в постоянной опасности, находится в затрудненной ситуации, в дискомфорте, в невероятном дискомфорте находится. Дар аль-бавар. Это джаханнам, сказано в аяте. Дар аль-бавар и джаханнам. Ахаллу кумахум дар аль-бавар. Джаханнам. То есть мы видим, что те, которые отказываются от милости Бога, те люди, которые считают неверие чем-то, то есть исповедуют неверие, многобожие или безбожие, они находятся в опасности, они обрекают себя на эту обитель. И здесь, конечно же, также мы немножко поговорим о том, в будущем, с позволения Бога, поговорим о том, что же это за милость Бога, потому что сказано «Баддалу ни'мат Аллахи куфра». Они сменили милость Бога на неверие, то есть то, что даровал им Бог, милость, которую Он даровал им, они отказались от Него взамен на неверие. Мы поговорим об этом, потому что в Священном Коране об этом сказано, и в преданиях об этом сказано. Например, в одном из аятов Священного Корана сказано: «Сумма ля тус'алунна яума идин анин наим». Они будут спрошены в тот день о этой милости, о дарованной им милости, невероятной милости. Здесь имам Рида, алейхиссалату вассалам, и имам Садик, алейхиссалату вассалам, толкуют. Толкуют так, как не толкует ни один ученый. Потому что очень многие ученые в толковании этих аятов совершили ошибку. Шейх Гурбан, давайте на этом моменте примем небольшую паузу, больше продолжим. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы дадим толкование имамов к этому аяту.
Уважаемые наши телезрители, мы прерывались небольшую паузу, до которой хотели дать толкование аятов. Шейх Гурбан, вы хотели дать толкование имамов к аяту, который вы прочитали. Я вас на этом прервал. Если позволите, мы об этом толковании, об этом аяте и его толковании поговорим чуть позже. То есть мы еще к этому аяту и его толкованию, его значению, его пониманию, то есть я уточню, в пониманию того, что есть милость, дарованная Богу, о чем здесь говорится в данном случае. Мы к этому еще вернемся, с позволения Бога. Итак, мы увидели, что согласно аяту Священного Корана, многобожие является прямым путем в опасность. Это обречение многобожие. И опять-таки, что это за многобожие, и что это за и так далее. Мы об этом также с позволением Бога поговорим. Все это является обречением себя на большую опасность. И напротив этого мы обнаруживаем, что вера и, конечно же, единобожие является обителю спокойствия, обителю безопасности. Сказано в Священном Коране: «Алладина аману, валам ялбису иманахум бизульмин, улаика лахумуль амну вахум мухтадун». Те, которые уверовали и не совершали несправедливость, не угнетали, это те, кому принадлежит безопасность. Амн. Лахумуль амну. То есть они находятся в безопасности. Вахум мухтадун. Именно они являются наставленными на верный путь. То есть единобожие и то есть вместе с единобожием, естественно, это то есть Алладина амну, сказано в Священном Коране, это те, которые уверовали в единство Бога. Валям ялбису иманахум бизульмин. И те, которые свою веру не покрыли несправедливостью, грехами, преступлениями, именно им принадлежит безопасность, им принадлежит покой, им принадлежит комфорт. В отличие от многобожников. То есть здесь из этих аятов мы ясно понимаем. То есть это очень значимая истина для человека. Невероятно значимая истина для человека. Потому что человек обратил свои взоры, то есть обращает взоры, и вся забота человека связана именно с этим, с его собственной безопасностью. То есть здесь безопасность мы подразумеваем в его самом широком его смысле. Это вся его забота, все, что ему нужно, все, зачем он, к чему он стремится. И здесь, наряду с единым Богом, вера в которого и привязанность к которому является возможностью обрести единственное, обратите внимание, возможность обрести эту безопасность от этих опасностей и угроз, оградить себя от этих опасностей и угроз, наряду с этим есть множество божеств, огромнейшее множество божеств, которые подвергают человеку гибели, создают угрозу гибели. И здесь ничем практически здесь этот круг божеств практически ничем ограничить невозможно, абсолютно ничем. То есть, все, что помимо Бога, все, в чем нет стремления к довольству Бога, все, в чем нет стремления приблизиться к Богу, все это, абсолютно все может служить этим самым божеством. И здесь человек, то есть это самое, что ни на есть прямая угроза для человека. Обратите внимание, в Священном Коране, когда рассказывается про его светлость Ибрахим, алейхиссалату вассалам, говорится о том, что когда Ибрахим, алейхиссалату вассалам,
увидел звезду, он сказал, это мой Бог. Но когда эта звезда закатилась, аят звучит следующим образом. فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا. Когда покрыла его ночь, он увидел звезду. Когда наступила ночь, он увидел звезду Ибрахим алейхиссалату вассалам. قَالَ هَذَا رَبِّي. И сказал, это мой Господь. فَلَمَّ أَفَلَى. А когда закатилась звезда, قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Совершенно очевидно, и это доказано, что Ибрахим алейхиссалату вассалам здесь хотел продемонстрировать. Хотел что не вечно, да? Не вечно. Продемонстрировать истину тому обществу, в котором он жил. Это были отчасти многобожники. Хотел продемонстрировать истину. И совершенно очевидно, что когда Ибрахим алейхиссалату вассалам говорит «Хада Рабби» – это мой Господь, Ибрахим алейхиссалату вассалам в это сам не верит, в этом не убежден. Он всего лишь демонстрирует. Демонстрирует человека, который на самом деле имеет подобные убеждения. И именно поэтому мы увидим, что когда Ибрахим алейхиссалату вассалам разбил всех идолов и истуканов, он оставил самого большого и вручил ему топор. Оставил у него топор, которым он... Тот инструмент, которым он разбивал остальных истуканов. А когда люди спросили, а кто это сделал, Ибрахим алейхиссалату вассалам сказал, спросите у главного, который остался целым. Они тогда стали насмехаться над ним. То есть они стали говорить, ты издеваешься над нами? Как это же истукан, как он может говорить? Таким образом, Ибрахим алейхиссалату вассалам демонстрировал им ложность их убеждений. Ложность их убеждений. Как вы можете поклоняться чему-то, что даже говорить не может, даже разъяснить не может. И вы это поднимаете, еще насмех поднимаете. И здесь также Ибрахим алейхиссалату вассалам, когда сказал «Хада Рабби», это мой Господь, он демонстрировал. Что демонстрировал? Это важно. Сам Ибрахим алейхиссалату вассалам говорит «Ля ухиббуль афилин». Две вещи продемонстрировал Ибрахим алейхиссалату вассалам. «Ля ухиббуль афилин», то есть я не люблю то, что закатывается. Ибрахим алейхиссалату вассалам две вещи продемонстрировал. То есть не дал что-то новое, не открыл нечто новое, не сделал новое открытие. Как человек, который, например, открывает новый континент, открыл новый континент, или человек, который изобрел какой-то... не имеющий аналогов из устройства. Нет. Ибрахим алейхиссалату вассалам демонстрирует в том значении, что то, что и так всем очевидно, показывает им. Показывает, наглядно показывает на этом примере. Что это за две вещи, которые мы понимаем из этого примера? Во-первых, человек всегда стремится к надежной опоре. Человек стремится к надежной опоре. «Ля ухиббуль афилин». Не любит человек то, что закатывается. Человек любит то, что является надежным, не закатывающимся, не имеющим конца. То, что никогда не закончится, то ресурс, чего никогда не закончится, имеет то, что имеет безграничные ресурсы, то, что независим сам от чего-либо другого. Человек к этому стремится. Если человек найдет нечто такое, такую опору найдет, такое убежище для себя найдет, если человек сможет найти такое себе убежище, разве он не примкнет к этому? Разве он не воспользуется этой возможностью? Конечно же, воспользуется, вне всякого сомнения. А где такая возможность? И это первое, что человек ищет надежную опору, вечную, неиссякаемую опору, опору, которая... Сила, могущество и ресурсы безграничны. Это для ухиббуль афилин. Не нужно мне то, что само нуждается в чем-либо. Не нужно мне то, что закончится когда-либо. Не нужно мне то, что закатится когда-либо. Не нужно мне то, что то ресурсы чего иссякнут, силы чего иссякнут. Не нужно мне то, что завтра от меня отвернется. Мне нужно то, что безгранично во всех этих значениях. Для ухиббуль афилин означает это. Это во-первых. То есть
Человек стремится и любит ухибб, любовь, стремление, привязанность, любовь. Человек стремится к чему-то неиссякаемому, как сказано в священном аяте, чему-то, что не является афиль, не является закатывающимся. Это во-первых. Во-вторых, то, что закатывается, то, что заканчивается, то ресурсы, чего заканчиваются, не может быть. Это взаимосвязанные вещи две. Не может быть надежной опорой, не может быть предметом любви, стремления, предметом целой жизни. Как-то его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, увидел некоего человека. Этот человек выглядел очень странно, выглядел неопрятно. Был растрепан, и так, одежда и так далее, и тому подобное. И поведение было соответствующее. Ну, непорядочное, не без логики, без какой-либо адекватности. Странное было поведение. Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, спросил: «Маля, что с ним? Почему он такой?» Ему ответили: «Маджнун, о Маджнун», что он является сумасшедшим. Пророк сказал: «Ла, баль мусаб, он больной. Аль-маджнун ман асара ад-дунья аль-ахира». А сумасшедшим является тот, кто предпочитает этот временный мир, этот мир над будущей жизнью. Почему его светлость говорит: это не больной, это не сумасшедший, это больной, у него просто есть какая-то болезнь, есть какой-то недуг, недостаток, недостаток и все. Мы с вами являемся сумасшедшими. Мы с вами являемся сумасшедшими, когда предпочитаем этот мир над будущим миром. Почему? Потому что ресурсы этого мира иссякаемы. Они закончатся, они закатятся. И вот, кстати, к вашим словам хотелось добавить, что это имам Али, алейхиссалам, когда он сидел в мечети, вы, наверное, прекрасно знаете это предание, где заходили люди по очереди, человек 10 отошло, в предании говорится, и каждый из них спрашивал, что лучше, знание или богатство. Имам Али отвечал, что знание лучше, и первым ответил одним доводом, второму другим доводом, третьим доводом. И говорил, если даже весь мир зайдет сюда, я каждому свой довод приведу. И один из доводов как раз таки был, что он говорит, когда богатство человек тратит, оно заканчивается, а знание, когда человек тратит, оно увеличивается. То есть то, что заканчивается, в этом нет пользы. Да, совершенно верно. То есть мы живем в обществе сумасшедших людей. Вокруг одни сумасшедшие, и в том числе мы сами тоже сумасшедшие. Потому что не думайте, что это особенность неверных выбирать этот мир над будущим миром. Мы тоже это делаем. Мы, когда отказываемся от желательного поступка, чтобы, например, сэкономить время, чтобы немножко сохранить силы и так далее, там, от желательного поступка, мы предпочитаем этот мир над следующим миром. Это у нас у всех происходит. Каждый из нас в той или иной степени является сумасшедшим. Почему? Потому что мы, когда на весах находится нечто безграничное, представьте себе, я не буду разъяснять, что такое безграничное, просто представьте себе, попробуйте хотя бы вообразить, что есть безграничность. Безграничность как в количестве, так и в качестве. И нечто ограниченное, нечто, что вот-вот иссякнет, вот-вот закатится. И когда человек выбирает это, он не может быть разумным, адекватным человеком. Его как раз таки можно сумасшедшим назвать. Это есть его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, говорит: «Аль-маджнун мен асара ад-дунья аль-ахира». Сумасшедшим является тот, кто предпочитает этот мир над будущим миром. Почему? Потому что то, что не вечно, то, что иссякаемо, оно не может быть опорой, не может тебе принести ничего практически, когда мы это сравним с чем-то безграничным. По сравнению с безграничным, это нечто абсолютно... Ничего из себя, это ноль. Вот наше время подошло к концу. К сожалению, мы спасибо, что пришли вновь в нашу студию, рассказали для нас такую важную тему, разъяснили. Иншаллах, на следующей передаче мы ждем вас. Уважаемые телезрители, на этом я с вами прощаюсь. Иншаллах, на следующей передаче мы продолжим данную тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.